Всем привет! На канале с вами Константина. Сегодня я покажу свои помидоры, которые растут на улице. Вот у меня одна грядка с помидорами. А вот это вторая грядка. На одной гряде дуги покупные, а на второй самодельные. Ну, это не важно. Главное, что они у меня на ночь накрываются. Вот пленка лежит с под бонд. И наверх полиэтиленовая пленка. Ну, в зависимости от погоды я их раскрываю. Если погода не очень, значит, они находятся у меня под материальной пленкой и с двух сторон открыты. Вот. Если погода холоднее, то накрыты двумя пленками, но проветриваются с двух сторон. Ну вот помидорки мои. Вот это вот помидорка. Четыре помидорки ляны, две уже цветут. Это ранний сорт. Вот, две помидорки полфаст. Дальше идет айсберг, как я садила. 9 штук. На этой гряде у меня все помидоры уже с цветоносами. Уже выбрасывают кисти. Хотя в этом году я и поздно садила их. Но, как видите, помидорки неплохие. Подкармливала их. После того, как прижились, подкормила столовая ложка на ведро воды и плюс вложила пол-литровую банку кровяка навоза. Ну вот, помидорки крепкие, хорошие. Растет у меня, конечно, здесь укроп, но я жду, пока он немножко еще подрастет, чтобы можно было его заготовить на зиму. Вот такая совместная посадка у меня. Так, хочу показать вам помидорки, которые у меня росли в парнике. Вот одна помидорка. И еще 4 штучки здесь. Вот одна, вторая, третья. И четвертое. Это эти помидорки, которые пережили в парнике мороз, который высаживала в улитку. Вот. Здесь тоже они подкормлены. Но здесь осталось еще, конечно, порыхлить их. Ну, укропчик мешает. Вот. Так они политы, все. Вот такие у меня на улице помидорки. Вот помидоры в теплице. Я их намного позже садила, чем на улице. Где-то через неделю. Ну, помидоры, конечно, у меня переросли. Рассада была не очень, потому что солнечных дней мало было. Такие хилые были. Ну, я вот их подкормила тоже. Так вот, они похорошели. Вот один огурец посадила сюда. Здесь даже уже он маленький огурчик завязался. Надо вот шпагат еще. На шпагат огурец привязать. Подвесить. Ну, вот эти вот помидоры. Розовый слон. Это я точно знаю, у них картофельный лист. Вот. Ну, вот эти вот, как я садила помидоры. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это помидоры золотой Кенинсберг. У них своеобразные листы, и они отличаются от других помидоров. Вот. Ну, в принципе, помидорки неплохие. Еще
Уход, конечно, за ними предстоит. Посмотрим, какой будет урожай. Вот здесь вот посадила, опоздала с посадкой капусты. Посадила капусту, брокколи на рассаду. Но я думаю, до осени капуста в открытом грунте успеет вырасти. Вот. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!